Вась, ты уроки сделала? Они меня там на мате зашкирились. Егор у нас делает уроки в своей комнате. Ну, типа того. Да, Васюш? Ну, там нога Васина выставляется. Интересно, а звуки ученика первого класса относятся к детскому контенту или нет? 19, ага, выглядывает. Да-да, Егор Сергеевич, я записываю, что ты там поешь. Он уже чуток не орал. И не дружит он ни с кем. Да. С кем ты там не дружишь-то? И с мамой он не... И с мамой он не дружит. Дружу. Уже дружишь? Это потому, что камеру включила, да? Да. Понятно. Да. Значит, ты неправду говоришь на камеру-то. Врешь. Там Снежанка идет. Пошла я ужин готовить, но вернулась, взяла в руки телефон. Что мы делаем? Не могу не заснять. Что мы делаем? Мадамы мои помылись. Что мы делаем? И теперь у нас красота. Не знаю даже, как и назвать. Что за стиль-то, девушки? Знаешь, что он сделал? Ну-ка, Вась, поверни спиной. Вот у нас как. Коса до пояса и ниже. Полотенце резинками, наушники сверху. А Егор все никак математику не перепишет. А вот этот мою новую шапку стащил с сушилки и катал ее по полу. Когда, сейчас? Да. Опять? Да. В школе ее пинали. Здесь ее кот стащил. Ну, прям какая-то шапка. Всех притягивает. Испачкал? Нет. Ну, там чисто, пол не грязный. Папа успел. Ладно, пойду я ужин готовить. Нельзя так делать. Вы хоть поздороваетесь со всеми, что ли? Всем привет. Егор, ты чё кричишь, Егор? Егорка! Егор! Егор, ты маму слышишь? Ты чего кричишь у меня? Что случилось? Егор, что случилось, Егор? И надо кричать из-за того, что она вперед тебя пошла чистить зубы, да? Жан, ты опять дерешься, да? Егор придумал? Мам, там видео, хочу сказать, уже закончились. Ну ладно. Там закончилось. Что у вас случилось-то? А? Что у вас случилось? Что Егор кричит? Не знаю, там просто Жанна Лер сказала то, что сегодня первый очистит зубы я, потом Жанна, потом Егор. А Егор сказал то, что он... Егор сказал то, что он будет второй, так Лера рассказывала. Ясно. В общем, Егор у нас опять трагедия. В общем, как меня ругают, что я выставляю такие видео. Егор, ну у тебя трагедия случилась, да? Какая тебе разница, каким зубы чистить? Ну вот, товарищи, там, смотрите. Там, когда закончилось видео, там серый фон, и внутри такой значок, когда включаешь видео. Ну ладно, Вась, я сейчас поднимусь. Я пока не буду подниматься. Сейчас он успокоится, я поднимусь. Он ждет чего? Он ждет, чтобы мама опять пришла и пошла его успокаивать. А кричит из-за чего? Из-за того, что очередь не соблюдали, да? По чистке зубов. Вот еще не хватало маме ходить и вас разруливать. Так, идите, давайте, договаривайтесь сами.
И чтобы безо всяких там... Так, хватит кричать, Егор, успокаивайся. Вот из-за ерунды кричишь. Я специально не поднимаюсь, чтобы меня не обвинили в том, что я нарочно снимаю или что-то. Нет, просто вот у них сегодня опять скандал. Очередь не соблюдена по чистке зубов. Несправедливость у нас по отношению к Егору девочки проявили. Вот он так у нас среагировал, так кричит. И что хочу сказать, у нас это постоянно. В общем, мы на это реагируем спокойно и нормально. И не, как сейчас говорят, да, мы не паримся по поводу вот этих вот криков. Потому что вот сейчас пройдет минутка, он успокоится, и все будет нормально. А внешне это выглядит очень даже страшно. Там опять тебе идет. Опять тебе идет. Ладно, Васюш, все, сейчас я поднимусь к вам. Вась, он меня тоже уже бесит. Ну а что мне с ним сделать? Он же ждет, когда я его в угол поставлю. Поэтому я не буду его в угол ставить. И на табуретку сажать не буду. В общем, у нас время 11 часов. Девчонки уже было заснули. Но Егор снова всех разбудил. В общем, у него очередной бзик. Началось все с того, что, как я уже говорила, не была соблюдена очередность по чистке зубов у нас вечером. В общем, вот такое мы теперь терпим. Я держу себя в руках, сижу с вязанием и жду, когда он успокоится сам. Потому что каждый раз подходить и сидеть около него... Это уже войдет в привычку. Я так делаю, когда у него действительно что-то происходит. Или ему страшно, или он очень сильно обижен. Вот. А когда из-за такой вот ерунды, и он начинает распаляться, он сам спровоцировал эту ситуацию. Девочки ждали, когда он пойдет чистить зубы. Он не ходил, он и их не пускал. В общем, он сам спровоцировал, чтобы был вот этот вот... Его крик, его вот эти скандальные, да даже не крик, а ор. Вот самый настоящий ор. Ему это нужно, необходимо. Он сейчас проорется, ему будет хорошо, легко, и он уснет. В общем, он пока, наверное, не может по-другому себя еще сбрасывать с себя. Вот что-то у него копится такое, что нужно сбросить. Я не психолог, чтобы это объяснить. Каким-то там шестым чувством я его понимаю, поэтому даю ему и прокричаться, и все. А что еще хочу сказать? Вот он у себя в комнате, за дверью. Нет такого, чтобы он наносил себе какие-то там, ну уж не увечья, конечно. Ну вот чтобы он бился или стукался, или там, в общем, больно себе, чтобы делал. Нет, этого нет. Он очень себя любит. И не дай бог, у него что-то случается, горлышко болит или что-то. Он от меня не отстанет, пока я не объясню ему, что мы с этим будем делать. Что мы пойдем к врачу, что нам выпишут лекарства. И он от этого, в общем, счастливым становится. Болеть он очень любит. Вот. Но с другой стороны, вот чуть что у него случается, там, например, пальчик вот он наколол или что-то. На улице, может быть, неосторожно что-то стукнулся. Он целый день будет ходить, чтобы его пожалели. Вот. В общем, любит ребенок себя. Но вот так себя ведет. Да, вот ему уши не почистили сегодня. Хотя уши у него чистые. Ему просто захотелось. Он подошел, говорит, мне нужно уши почистить. Я говорю, Егор, часто уши нельзя чистить. Периодически, да. Но не каждый же день. Зачем это нужно-то? Вообще, врачи как бы настаивают на том, что особо туда лазать-то и не надо. Ну, Жанна уже у нас разыгралась, да, Жануль? Жан, давай, ложись, все. У Жанны уже не в одном глазу, все. Давай на бочок, завтра не встанешь. Ну, ложись на животик и голову на бочок. Тебе что, запрещает кто-то, нет?
гномик, что ли, сидит на краю кроватки и говорит, нельзя так ложиться, да? А Снеж, нет там гномика-то у тебя на краю кроватки, не сидит? Нет? Мишка только у тебя там. Давай, ложись. Вот я еще говорю, а он там у себя в комнате тоже что-то говорит. Васюша уже не вытерпела. Он меня уже бесит. Бесит он тебя. Вась, ну что делать? Закрой в комнату дверь. Он сейчас успокоится. Он специально по привычке орёт. Да, конечно, специально. Но никто же его не обижал, правильно? Нет. Вот если б его обидели, ой, для него было бы счастье, чтобы у него была причина покричать. А сейчас причины нет. Он понимает, что он кричит без причины. Ему от этого еще хуже становится. И он еще громче кричит. В общем, замкнутый круг. Кричу, потому что надо кричать. Скажем так. Наверное, завтра я завтра тоже работаю, но вот вечером время свободное будет. Опять полезу на сайты, вот где психологи объясняют поведение таких деток. Что-то я читала раньше, но уже подзабыла это все. Нужно, наверное, восполнить в памяти. Конечно, я не следую слепо советам психологов. Вот как они написали, что нужно делать так и так. Нет, такого нет. Я все пропускаю через себя, отсеиваю, беру себе самое нужное для моей семьи, то, что подходит. И, в общем, следую каким-то советам. Ага, выглядываем мы. Егор Сергеевич, успокоишься, нет, сегодня? Да. Да, так ложись давай. Егор, часто уши нельзя чистить. Ложись спать. Вот и спит тогда с грязными ушами. Не почистили ему уши. Ну и все, опять началось. Уши ему чистили 2 дня назад. Да, Васюш? Угу. Опять хочет чистить. Угу. Ему сама процедура очень нравится. Егор, нельзя ушки чистить часто. Врач ругается. Так девочкам-то вместе с тобой чистили. Ой, братцы-кролики. В общем, у нас это еще на полчаса, как минимум. Так, девчонки, ложитесь, я сейчас дверь закрою. А то он вам спать вообще не даст. Ладно, у нас тут темнота.